руководитель Петр Борисенко, дирижер Александр Ребятов. Спасибо большое, Петр. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что завтра программа начинается в 17 часов. И в этой программе будет два больших джазовых оркестра, два биг-бенда. Один оркестр «Диапазон» — это легендарный джазовый коллектив из города Железноводска. И, конечно, джазовый оркестр, которым руководит наш председатель жюри Адам Мартынович Тирацуян, «Ростов колледж бенд». Я приглашаю на сцену юную певицу из города Железноводска, участницу вокальной студии «Класс», руководитель Сергей Дмитриевич Куц. Артур Гамильтон, «Cry me a river», «Плачь по мне, река, плачь по мне, потому что любовь ушла, он бросил меня, и я осталась одна». И вторая известная популярнейшая мелодия «Can't buy love», «Я не могу купить любовь». Yeah, what's true at the end? How you
Привела Геннадина Арина Диплом. Дорогие друзья, завтра Арина Перелыгина будет петь в сопровождении джаз-оркестра «Диапазон». Очень интересное сочетание. А я приглашаю на сцену еще одну вокалистку, Кашукоеву Элеонору. Элеонора. Элеонора учится в музыкальной детской школе искусств города Пятигорска. Она исполнит два произведения. «Колыбельная» Шеллинга и «Дин Мартин Свей». Thank you.